Что бы то ни стало. Поэтому начинаешь внимательно слушать сторону. Сами стороны, оказывается, держат в голове много интересной информации. И они с удовольствием этой информацией делятся с вами. Почему? Потому что, во-первых, это вопросы несправедливости. Человеку хочется выговориться. И здесь отсутствие специальных знаний не является барьером. Вы разговариваете с человеком, вы это можете, вы, я думаю, журналист просто по призванию, то есть вы можете интервьюировать человека, я убедился это даже от того небольшого вступительного слова и краткой сессии медиации, которую вы провели, ну плюс видеосюжет, поэтому разговорить специалиста и получить с него требуемую информацию вы сможете. А дальше, пожалуйста, самообразование, специальная литература, интернет. Сейчас стало гораздо проще работать, чем, скажем, 15 лет назад, когда, ну, будучи не подключенным к интернету, вы должны были пролистывать большое количество газет, нормативных актов, все это в текстовом виде было подготовлено. Сейчас все проще, потому что все это в интернете есть. Надо уметь задавать вопросы в поисковых системах, верно? Бывают совершенно уникальные ситуации, Светлана, когда, например, вы защищаете водителя автотранспорта от претензий. Это у нас в Томской области произошел такой инцидент. Сбор за причинение вреда дорогам. В осенне-зимнюю распутицу, весенне-осеннюю распутицу. Знакомая проблема. Тяжелый транспорт, как, например, седельный тягач или что-то еще более внушительное, из-за большой нагрузки на ось портит асфальт. И давайте мы за это установим сбор. Одним словом, получилось ни много ни мало, но за превышение в полтонны с владельца седельного тягача попросили 20 тысяч рублей. Ну, как-то многовато кажется, по ощущениям. Если бы это было 1500 рублей, он бы согласился. Мы, опять же, в этой области новички, что называется, смело беремся за проблему. Начинаем с общих норм. Административное правонарушение, да, административное. Какой штраф? 1400 рублей. Ну, согласитесь, это совершенно другой порядок суммы. Потом смотрим федеральный закон. Да, действительно, есть такая плата. Размер платы устанавливается на уровне региональном. На всякий случай обращаемся в базу данных, вынесенных судебных решений. Мы ищем прецедент, да? Причем ищем его в сети интернет. Набираем точное наименование Томской администрации, департамента по дорогам и коммуникациям и находим уникальный документ. Один из предпринимателей дошел до Тюменского федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа и оспорил полномочия этого учреждения собирать вот эту плату. Оказывается, там есть юридический дефект. Учреждение не является заинтересованным лицом, кому причинен вред. Но это, если перевести на язык житейский, представьте себе, что вас залил сосед этажом сверху, а я пришел к вам в гости пить чай. Я посмотрел на все это безобразие и говорю, пожалуй, подам я иск против этого соседа о возмещении вреда. Но извините, я-то никакого убытка не потерпел, правильно? Вот та же самая ситуация была с этим учреждением. Они не имели полномочий взыскивать этот вред. Когда мы эту информацию получили, осталось только с помощью обычной компиляции вот этот судебный акт переделать в обоснованную претензию. Мы ее зарядили, и это сработало. Обошлись без суда. Поэтому я говорю, если вы...